Друзья мои, всем привет! На связи Чиновар, винокур из табака. Очередная эпопея с кальвадосом. Такой вот сачок мне привезли яблочный. Вот такой консистенции, сладкий. Без мякоти, без ничего. Начинаем процесс постановки браги. Сегодня я за операторским пультом. Весь процесс показывать я не буду. Вот приобрел, сейчас покажу, вот такие дрожжи. Я думаю, вкус от них будет еще веселей для кальвадоса. Вносим их и потихоньку будем заливать. Весь объем дрожжи на весь сок достаточно. Дальше процесс показывать я не буду. В принципе, ничего интересного. Просто хотел показать, какое качество сока. Что я делаю все натурально, из натуральных продуктов. Всем удачи, на связи был Чиновар. Пока-пока.